Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня приготовим очень интересное, вкусное блюдо, главное, самых простых продуктов. Давайте приготовим. Для нашего блюда нам потребуется у меня говядина 1,5 килограмма. Мы сейчас мясо первым делом нарежем, подготовим и обжарим. Надо нам зачистить от лишнего от всего. У меня тут ребрышки. Вот эту пленочку срезаем, вот так вот. Режу сразу на вот такие вот кусочки, то есть ребрышки разрезаю вот так вот. Вот так вот. И так все мясо. Мясо у меня нарежу вот такими вот кусочками. Разрезали, как могли. Все, у нас уже костер горит. Казан мы разогрели. Вливаем масло и будем обжаривать мясо. Казан я разогрела хорошо. Вливаю масло. Ложек 5-6. 50-60 грамм. И отправляем мясо в казан обжариваться. Если очень много мяса, то за два раза обжариваем. Подкинем дрова, чтобы горели. Мясо промешаем, когда оно поджарилось. На сильном огне все делаем. Нам потребуется лук. Я возьму две луковицы, примерно весом грамм 300. Помидоры я возьму штуки 4, вот так вот. Можно 5, это примерно полкилограмма, 500-600 грамм. Чеснок, головка. Небольшая морковочка, грамм 50-60. Томатная паста, где-то столовая ложечка потребуется. Ткемали соус, это 2 столовые ложки нам потребуется. Чайная ложечка аджики, у меня абхазская, можно взять грузинскую. Из специй я возьму усхусунели, чайную ложечку. Кориандр, чайная ложечка. Паприка, чайная ложечка. И чайная ложечка черного молотого перчика. Чайная ложечка сахару. Соль, столовая ложка. Зелень у нас. Базилик, один пучочек. Пучок кинзы, пучок петрушки. Рис нам потребуется грамм 150. Чистим лучок. Морковку мы почистили, помидорчики подготовили. Все сполоснем. Нарезаем лук. Вот так. Отправляем в мясо. Нарежу морковку, потом перемешаю. Нарезаю, как обычно, морковку соломкой. И сразу отправляю к мясу и к луку. Красота! Мясо поджарилось. И вот так вот румяненько. Сейчас как услышим запах жареного лука. Особо не жариваем. Просто услышим запах, аромат жареного. И сразу заливаем воду, добавляем соль и варим. Почистим чеснок. Мясо будем варить хорошо. Час-полтора, смотря у кого какая говядина, а то и два. Чтобы хорошо-хорошо разварилось. Я почищу весь чесночок. Комары меня покусали, Игорь. Как ты хотела на природе со мной. Перемешаем. Отлично, отлично. О, красота. Режем помидоры. Штуки 4-5. Вот так вот. Помидоры измельчим. Вот так вот.
Можно потереть на терке. Я измельчу вот таким вот образом. Итак, все помидоры измельчаем. Помидоры подготовили. Теперь берем томатную пасту и отправляем к мясу. Отправлю 1 столовую ложку. Этого достаточно. 1 минуточку обжарим томатную пасту. Вот так. Так вкусно пахнет. Буквально 1 минуточку помешиваем. И отправляем помидоры. Красота! Возьму 1 зубчик чеснока и отправлю его сейчас прямо к мясу. Вот так вот беру и отправляю в мясо. Все это промешиваю. И красота! Даем сейчас как бы закипеть помидорчикам. И сейчас зальем водичку. И, конечно же, посолим. Помидоры закипели. Заливаем воду. 2,5 литра воды. Этого достаточно. Теперь посолим 1 столовой ложкой соли. Вот так вот, зорочкой. Это немного, это нормально. Все, сейчас закипит. На медленном огонечке варим мясо до готовности. 1,5 часа, 2 часа. Уже у кого какая говядина. Чтобы быстрее закипело, прикроем. Итак, кастрюлька почти закипела, почти что. Все, делаем вот так вот неплотненько, чтобы ничего не сбежало. И тушим, варим 2 часа. И еще разочек повторим процедуру. Достаточно. У нас кипит 2 часа мясо. Ой, красота! Такой густой, наваристый получился бульон, суп. Косточки, вот они. Отлично. Отправляю рис. Все, сейчас добавим огонька, чтобы закипело. Закипело, промешаем разочек, чтобы рис у нас не прилепился ко дну. Все, кипятим. 15. Вот так вот на медленном огонечке. Рис у нас кипит уже 10 минут. За 5 минут до готовности отправляю болгарский перец для аромата. Прикрываю 5 минут еще, и блюдо будет готово. У нас рис варится ровно 15 минут, этого достаточно, иначе наш рис переварится. Отправляю 2 ложки ткемали, полных ложечек, вот так вот. Кислый соус. Пол чайной ложки положу аджики абхазской, очень острая, поэтому я кладу пол чайной ложечки. Чайная ложечка сахара. Из ущенки, да, Яри? Нет, ущенку класть не будем. Чайную ложечку паприки, чайную ложечку хмели-сунели, чайную ложечку кориандра и чайная ложечка черного молотого перчика. Вы уже кладите по вкусу. Вот так вот набираю и добавляю. Отправляю чеснок. Весь, который мы нарезали. Зелени по чуть-чуть, и остальное мы будем добавлять в тарелочку. Убираю с огня. Дадим 10 минут успокоиться, настояться и подадим на стол.
Ну а кому понравилось, ставим лайк и подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!